Yamaha MT-09. Взгляд новичка на данную технику. То есть ощущения, плюсы, минусы. Я новичок. Катаюсь на мотоцикле всего лишь 4 месяца. Первый мотоцикл был Honda Transalp 600 96 года. На нем я откатался 2 месяца и понял, что надо мощнее, быстрее и так далее. Умные люди посоветовали мне MT-09. Итак, поехали. Значит, сначала минусы. Сравниваю с Трансальпом, потому что сравнивать больше не с чем. Очень жесткая сидушка. Прям жесткая. Вот. Правильно сидеть приходится вот в этой части. Вот. То есть как бы обхватывая бак с двух сторон ногами. Вот. Да, жестко, но со временем задница, так сказать, привыкает и никаких проблем. Вот, сидеть здесь дальше, отодвигаться не очень удобно. Такое, начинаешь как бы тянуться за рулем. Короче, посадка вот здесь. То есть это посадка такая, знаете, для того, чтобы наваливать. То есть как бы сел, обхватил бак и попер. То есть вот, и опять же в этом положении, значит, мотоцикл максимально эффективно управляется. Да, продолжим про минусы. Значит, минус вот в системе управления мелочами, так сказать, поворотники, я не знаю, вот эта клавиша, она абсолютно какая-то неудобная, то есть ты постоянно то на сигнал нажимаешь, то есть ее просто не чувствуешь, давайте так, не знаю, вот уже 2 месяца катаюсь, и я не привык. Потом второй момент, это сигнал, до сигнала дотянуться, ну прям... очень неудобно. Он находится в каком-то, блин, положении. То сделали бы как-то, я не знаю, там здесь, что ли, здесь. Ну вот тут, то есть ты специально руку вот так, потом ее ищешь и как бы оперативно не можешь посигналить. Ну, то есть, не знаю, вот это вот, вот эти две вещи абсолютно не эргономичные. В принципе, наверное. А, ну и ну маленький бак, 14 литров, блять, вокруг заправки ощущение, что катаешься. Вот, ну то есть, я не знаю, прям очень маленький, на мой взгляд. А. Ну из минусов, наверное, все. Вот теперь, ну плюсы какие? Охрененная управляемость, просто когда после Трансальпа я сел на этот мотоцикл, немножко вкатался, я понял, что это просто вот ощущение конкретно велосипеда. Веса не чувствуется абсолютно совсем. Ну, я так понимаю, из-за низкого центра тяжести. Очень легкий в управлении, маневренный. Он еще... Да, минус, забыл сказать, что он коротыш. И надо это учитывать при всяких динамичных штуковинах, да. Он склонен к воблингу. Поэтому вот демпфер у меня идет. Я обязательно поставлю демпфер. Да, вот этот минус забыл. Вот, в пробках ты король, потому что ты как на велосипеде можешь между машинами дефилировать. Никаких проблем нет. Вот, со старта тяга мощная, то есть он сразу тянет снизов, трехцилиндровый движок, я так понимаю, этому способствует. Я не знаю, офигенный мотоцикл, просто вот, ну не знаю, просто самолет с любой скорости, практически до любой передачи, газ откручиваешь и он мгновенно ускоряется. Очень длинные передачи, мне это после Трансальпа обалденно понравилось. Ну что еще сказать? Тихий. Ну мне нравится, как вот сделана труба. Она такая ненавязчивая, где-то там спрятана. То есть не пугаешь соседей. Вот я за то, что оставлять такую трубу выхлопную. Не знаю, короче, моц очень эмоциональный, быстрый. Непрожорливый, 6 литров на 100 километров. Офигенный мотоцикл. Я рекомендую, ребят.